поняли в Одессе, что вот мы как-то все акцентируем, что это фильм про зарубичанство, про там тяжко життя и тому подобное. На самом деле это фильм про кохание, это фильм про женочью долю. И для меня, я вот так сподеваюсь, что, наверное, ну, практически каждая женщина, просыпаясь утром в постели, спрашивает себя, а с тем ли человеком я проснулась в постели, кто он для меня, кто он для меня, любит ли он меня или использует, он со мной искренен или он со мной лукавит, что я делаю здесь и как мне дальше жить. И я думаю, что у очень многих этот вопрос по утрам возникает, тем более, что, как правило, женщины просыпаются намного раньше, чем мы. И как-то, ну, так получается, да, да. И вот, вы знаете, мне кажется, что этот фильм вот как раз-таки с данным месседжем, с данным посылом обращается именно в ваши сердца, что здесь или там, где сердце, где душа, как пережить, вот, как вы говорите, Галине, вот, то, что Тарас отвечал на этот вопрос, как Дарине вернуться. Где эта мотивация с возвращением? Почему не остаться с таким вот прекрасным Алессандро? То есть вопросов гораздо больше, чем ответов. И